Петр Порошенко назвал приоритет в работе украинского правительства. Главная задача сейчас, по мнению президента, не вытащить страну из экономического коллапса, а добиться безвизового режима с Евросоюзом. Чтобы получить заветное предложение, Украина должна выполнить целый ряд требований. Причем Порошенко надеется, что часть законов для их реализации Верховная Рада примет уже на этой неделе. А до 17 августа отчитается о ходе выполнения рекомендаций. Согласно одной из них, в стране должна проводиться эффективная борьба с коррупцией. Но как с этим справятся чиновники, пока не ясно. Страна, находящаяся на грани дефолта, вынуждена постоянно просить финпомощи у МВФ. При этом большая часть денег попросту уходит в неизвестном направлении. Накануне Порошенко внес в Раду законопроект для получения еще почти 2 миллиардов евро финансовой помощи от ЕС.